Нічого страшного. Українські рибалки відомі далеко за межами країни. Вони сміливі, винахідливі. І про життя рибалок будемо говорити прямо сьогодні. До нашої студії прийшов, мабуть, один з наймолодших рибалок-спортсменів. Член збірної України з лову риби фідером, володар Кубку України з фідеру в особистісному та командному заліку, срібний призер клубного чемпіонату світу з фідеру Єгор Морозов. Ось такий він хлопець, спортсмен. Раді вас бачити. І з приводу того, як рибалки зараз живуть і працюють, ми якраз будемо говорити. Тож, на сьогоднішній день у нас з'являється багато конкурсів, багато різних чемпіонатів, де рибалки можуть себе показати. І ви от якраз та людина, яка це може робити. Правда? Ну, до сьогоднішнього дня, вроді, вийшло. Виходило у вас. А що потрібно для того, щоб стати ось таким спортсменом-рибалкою? Рибалок багато, і так вийдеш на вулицю навіть взимку, чи влітку, чи взагалі кожного дня. Вони стоять і ловлять рибу. Але спортсменів мало. Только одна вещь – это желание. А за желанием как раз-таки у нас идет все остальное. Это и возможности, и как раз-таки… Ну, опять же, от желания все начинается. То есть начинаешь разбираться в тему, углубляться в нее, и после этого уже начинается вот такая вот страсть. Ну, и помимо желания, опять же, забыл, это должен быть какой-то спортивный азарт все-таки. Это точно такой же вид спорта, как и любой другой. Поэтому без желания, без азарта, соответственно, ну, а в чем этот спорт заключается? И какие правила? Ну, если грубо, много нюансов на самом деле, если так особо не углубляясь. В принципе, дается 5 часов на ловлю рыбы. За это время делится, скажем так, место водоема, это, как правило, или река, канал, озеро, много разных вариантов, делится на разные зоны. Ты выступаешь конкретно в своей зоне, ловишь за 5 часов определенный вес, тебя взвешивают, как правило, идет еще 2 дня соревнований, то есть, ну, в основном это суббота и воскресенье идет. И потом суммарно по количеству баллов получается идет определение первого, второго и третьего места, соответственно. После этого самое главное, рыба отпускается в водоем, мы за бережное отношение к природе. Егор, тобто ви, виходить, найбільше риби ловите, так? А ніколи такого не виникало бажання, що, ну, комусь просто вам дістаються шматки кращі? Ну, водоймище ваше, воно таке, ну, вдаліше. Плюс-минус. Все находятся все-таки в одинаковых, равноценных условиях. И на самом деле, как бы странно ни звучало, в рыбалке удача играет, ну, далеко не ключевую роль. А що треба тоді? Рибалка повинен щось, не знаю, наживку якусь особливу використовувати, чи що? Проведем такую грубую аналогию с шахматами. На самом деле это очень закономерный вид спорта. Как правило, перед самим соревнованием идет этап тренировок, то есть идет полная подготовка именно к данным условиям ловли. То есть заранее приезжаем на водоем, разбираемся, что, зачем, куда, какую рыбу ловить, и вот от этого как раз-таки уже исходим. А від того залежить, які снасті треба, так, який транспорт, що вдіти на себе. Ну, тобто залежить від того, яку саме рибу ви будете ловити, ваша підготовка. Да, конечно. Под определенную рыбу идет определенная снасть, определенный состав прикормки, определенная наживка, определенный темп ловли, то есть как часто снасть даже перезабрасывается, на каком расстоянии рыбу придется ловить. Ну, очень много разных нюансов, они все суммируются, и от этого мы как раз-таки получаем исходный результат. Я не разумею, вам, вы такие молодые и уже столько знаете таких нюансов. Чему? Это просто так вам хочется, вот такая вот творча ваша мета, ловить много рыбы и знать точно... Опять же, от желания. Все зависит от желания. Вот почему ты именно рыбалку увлекла, почему именно она, не могу дать какого-то вразумительного ответа, но тем не менее, как-то вот зациклился именно на этом, и в этом пытаюсь уже разбираться. Ну, це такий, бачите, спорт, ви з рибою виходите ти на ти. Ну, тут важный нюанс, тут соревнование идет не с рыбой, тут соревнование идет с другими участниками, точно такой же вид спорта. Опять же, рыба тут не играет ключевую роль. Это именно состязание между другими участниками. Знаете, насправді, коли рибалка ось відпускає рибу, це взагалі дуже якось так поважливо хочеться ставити до цього рибалки, тому що риба потім, не ці загоюються рани, так? Тобто там, де крючки були, там, чи що там, на що потрапило, так? Через якийсь час ця риба може вже навіть давати потом. З рибою буде 100% все в порядку, це вже неоднократно перевірено, доказано. Мы говорим про настолько мизерный ущерб, то есть размер крючка, ну, его сложно даже показать.
в таком формате. То есть это идет минимальный прокол губы, рыба после этого точно так же отлично функционирует, живет. Даже бывает попадается второй раз за одну и ту же рыбалку. У нас просто, к сожалению, это не принято. У нас, ну, как бы испокон века так сложилось, что рыбу мы ловим сразу на сковородку. Если сам не съел, то еще друзьям раздал. Ну, как-то вот во всем мире совершенно другая культура, прививается бережное отношение к природе, то есть даже, к примеру, дедушка в какой-нибудь Голландии, он поймает рыбу, посмотрит, если он понравится, фотографирует и выпустит. То есть никто не будет стоять с открытым ртом, как это. Просто вот такая культура. Ты что зробив? Куди ты рыбу дів? У нас это вызывает абсолютное непонимание, шок, зачем. Ну, вот а бывало таке, культура. Що ви отак от наловили таку купу риби, а потім взяли всю, випустили, а рибалки інші, ну, Каждый раз такое. У нас, повторюсь, ну вот почему-то не принята подобная практика. Угу. Очень жаль. Надеюсь, получится в дальнейшем привить это. Чи бывали вы в інших країнах и бачили, можливо, як рыбалки ловлять рыбу и як вони використовують це все? И це вже, ну, і спорт, і, можливо, ви бачили, в яких костюмах вони ходять на риболовлю. Що є найголовнішим для рибалок в інших країнах? І чи можна порівняти, наприклад, з нашими рибалками? Ну, по поводу других стран, да, приходилось бывать в разных странах, зачастую это европейские непосредственно державы. Что отличается? Совершенно другой подход, люди занимаются этим на профессиональном уровне, это единственное, что отличает нашу страну с другими, желание у наших спортсменов, ну, как минимум, не меньше, если не больше. Люди занимаются этим профессионально, то есть рыбалка это идет как полноценная работа. У нас приходится заниматься работой для того, чтобы спонсировать свою рыбалку. Угу. Ну, то есть вот как раз-таки за счет этого идет основная проблема. Там ты являешься полноценным спортсменом, тебя многие даже в лицо знают, а не так, как у нас, что вообще, в принципе, такое существует. К тебе подходят, здороваются, некоторых автографы. Ну, повага, берут. Так? Да, ну, то есть это полноценный спорт. Ну, спорт. У нас это на таком любительском уровне, большинство даже не знает, что это вообще и почему оно существует. А чи бывали змагання ось саме з вашого виду, тобто це ловля риби з фідером, так? Тобто ви можете сказати, що ось саме так у нас зараз проходять змагання. Чи, можливо, є інші види змагань, де вам доводилося брати участь саме в Україні? Выступал на разных соревнованиях, это в первую очередь украинские, опять же, отбор на мировые соревнования происходит после, в первую очередь, областных, украинских, и за этим уже следует чемпионат мира. То есть, ну, как и в любом другом виде спорта. Так, так. У нас соревнования происходят по мировым правилам, это критерий основной, то есть точно так же идет 5 часов ловли, рыба ловится, взвешивается, отпускается. Опять же, в других странах, ну, все-таки подготовка к этому чуть более серьезная. У нас в Украине, скажем так, по секрету всему свету, у нас тоже планируется провести чемпионат мира. Если все получится к этому подготовить, то, возможно, и будет чемпионат мира проведен у нас. Но для этого много факторов. Нужна инфраструктура, размещение многих участников и в целом достаточно большой перечень требований. А це маленькі річки, треба, щоб були, чи це все на березі Дніпра відбувається? Чи посередині річки? От як взагалі ділиться водоймище для учасників? Разные водойми, как правило, единственный критерий к подбору водойма – это его, ну, скажем так, равнозначность, если такое можно вообще сказать. То есть должен быть ровный участок берега, на котором все спортсмены будут находиться приблизительно в равных условиях. Опять же, это может быть стоячий водоем, водохранилище, озеро, река, закрытый пруд. Под каждое определенное условие приходится подбирать отдельную тактику рыбалки. Этим она как раз таки интересна, то есть каждый раз что-то новое. А яку найбільшу рыбу вам вдалося зловити? Чи ви зважували окремо там одну якусь рыбину и... Да, можливо, получалось, в том году был пойман карп весом более 18 килограмм, точно не знаю сколько, уже не помню, вернее, там 18 килограмм с чем-то грамм. Он, конечно же, был отпущен, у нас есть определенные коммерческие водоемы, называются они так. Это закрытые платные пруды, на которых рыба ловится по принципу исключительно поймал-отпусти, поэтому она зарубляется достаточно
такими увесистыми экземплярами, вплоть до 30 килограмм карпы доходят. Угу. То есть, ну, обязательно поймал, бережно сфотографировал, рыба кладется на специальный мат, чтобы она не травмировалась никоим образом, и после этого очень аккуратно отпускается в родную среду. Рыба уже знает, что ее споймают и отпустят. Это как раз-таки, возвращаясь к ловле на европейских водоемах, рыбу в Европе, как я раньше говорил, ее ловят и отпускают. За счет этого, ну, как бы глупо ни звучало, она становится хитрее. Угу. И поэтому ее ловить намного тяжелее, и в этом, конечно, мы европейським рыболовам все-таки проигрываем. Вот так, этого у нас не хватает. Тобто, бачите, вони знають вже, як на ці хитрощі себе підготувати, просто так, більше практики, що робити. Просто більше практики людей по такій рибалці. Де ви тренуєтесь? Чи виїжджаєте десь? Чи, можливо, це кожного дня? Як це відбувається у вас? Ні, к сожалению, не кожен день, опять же, по робочим нюансам. Якщо б була можливість рибалкою заробляти повноцінно, щоб цього хватало на життя, то тренувань було б на порядок більше. Сейчас, к сожалению, приходится выезжать по выходным дням, в будни, если есть такая возможность. А, опять же, пытаюсь подобрать разные водоемы, разную тактику для того, чтобы, ну, как и в любом виде спорта, отрабатываются конкретные задачи на конкретных условиях. Это, повторюсь, такой же вид спорта. Яка рыба найхитріша? Чи, от кажуть соми, от вони дуже хитрі, вони десь можуть десь залізти так, що їх ніколи не спіймаєш. Чи доводилося вам працювати, ну, скажімо, працювати, тому що це ж як вид спорту вже, так? З такою рибою, яка була, ну, надзвичайно хитрою? Вопрос, повторюсь, тут больше не к рыбе, тут вопрос к самому себе и к соперникам, которые находятся на берегу водоема слева-справа от тебя. То есть, как таковой, самой хитрой рыбы, наверное, нельзя ответить на этот вопрос. Есть определенные условия. Все условия достаточно сложные, и под них приходится подбирать отдельные свои, скажем так, нюансы. Но, возвращаясь к нашему разговору до этого, европейская рыба все-таки за счет того, что она ловится и отпускается, она на порядок сложнее в рыбалке, от того интереснее, чем наша. Ну, тобто тут, в принципе, не можно говорить про то, что наша рыба таки стала хитрішою. Вона поки що не знає. Нет, с нашей рыбой все в порядке, но с помощью наших усилий, таких же, скажем так, повернутых, как я, становится немножко хитрее. А сколько у вас участников в вашем клубе? Чи багато людей займаються таким видом спорту? Людей на самом деле достаточно много, и с каждым годом их становится все больше. Даже людей, которые не принимают участие в соревнованиях, люди все равно, скажем так, прививается культура современной рыбалки. То есть идет достаточно большое количество оборудования, это все выглядит достаточно эстетично, красиво. И самое главное, повторюсь, пропаганда идет правильного отношения к рыбе. То есть она ловится и после этого отпускается. Это тот основной посыл, который мы пытаемся донести в массы даже для обычных рыболовов. А что у вас есть таких снарядов специализованных для рыболовли? Чи купуете вы себе что-то новое, возможно, такие интересные какие-то экспонаты у вас? Из рыболовного снаряжения это целый гараж. Опять же, хуже девушек, которые забегают в магазин. Это женские туфли по сравнению с рыболовными аксессуарами – это просто ничто. Заходишь в рыболовный магазин, глаза разбегаются. А что хочется купить? Тратишь все деньги, абсолютно постоянно выходит что-то новое, что-то постоянно себе подбираешь. Из такого интересного, что у нас еще не привито, это рыболовная платформа. То есть рыбалка идет не со стульчика, не на корточках, как у нас. Идет определенный ящик, станция на шести ногах. Он выставляется абсолютно под любой грунт. На нем идет куча разного весного оборудования. То есть ты сидишь, все у тебя под рукой, тебе все удобно, выглядит просто как космический шаттл, очень интересно и красиво. У вас есть такой? Конечно. Ну а как же? Вы себе придбали. До него еще треба докупить. К нему просто бесконечное количество разных аксессуаров, опять же говорю, они просто не заканчиваются. Вроде уже все есть, а... Чи есть какие-то засоби, возможно, электронные, чтобы вы могли побачити, где рыба? Есть, конечно, такое есть, но вот на соревнованиях это как раз-таки запрещается. То есть от того они интересны. Все нужно своїми руками, своєю головою доходити і... А як ви можете побачити по водойму, що там є, наприклад, риба, от клює, багато її чи небагато, погода, от що ви вибираєте для себе, аби ловити більше риби? З допомогою спеціального грузика, цю форму показати не можу, він виглядить як булава, як міна. Тобто йде свинцовий груз з определеними шипами. Груз забрасується в водойм і з допомогою протяжки цього груза по дну, скажем так, читается рельеф. То есть мы просматриваем, где может находиться яма, где какое-либо плато на дне. Исходя из этого, исходя из конкретных условий, исходя из конкретного вида рыб, подбирается самое перспективное, на взгляд, рыболовое место, в котором и происходит рыбалка.
Угу. Ну, ви завжди так робите? Розуміється, це основа підходу. Да, це основа, так? А потім на що ви ловите? Чи це наживка якась жива, чи, можливо, це вже щось спеціалізоване? Опять же, от условий на рибалку по-хорошому нужно готовиться заранее. Должен быть целый спектр, перечень наживок, такие всем известные, как червь, опарыш, мотыль, разумеется, и другие насадки, которые получается приобрести или которые есть сейчас в использовании. Лучше, чтобы насадок было больше, и от этого можно отталкиваться. Под определенные условия, под определенные, скажем так, аппетиты рыб подбирать то, что работает именно сегодня, именно в данный момент. Потому что эти предпочтения могут измениться буквально в течение получаса. А вы побачите, что не клюет. Ну, то есть червяки там много, да, и рыбе не потребно. Это самое главное, вот самая главная основа всего этого спортивного подхода. Если ничего не происходит, ты что-то меняешь, что-то делаешь. Угу. А не ждешь с неба погоды или, как говоришь, вот не повезло, давление, такого, и уходишь домой. Такого не бывало ни разу, чтобы вы повернулись ни с чем с рыболовли? В последнее время, наверное, нет. Даже каких-то маленьких рыбок, небольших, удается ловить и, ну, скажем так, уходить от нуля. Вот это называется на, скажем так, рыболовном сленге. Зачастую от нуля, как правило, уходим, закрываемся любой рыбой, которую удается поймать. Угу. А виходить, що вам потрібно весь час прийти додому з чимось. І такого не буває, от як приходить, наприклад, рибалка додому і каже, ну от, нещасливий день. Опять же, домой ми возвращаемся з пустими руками, тому що вся риба, вона плывет обратно. Ні, я розумію, але все одно, ну що ж піймати, все одно на словах, да, возвращаешься домой і розказуєш, що у тебе було сьогодні, скільки ти чого сьогодні наловив. Всі вірять, так, аж я таку зловив, таку більшу. Ще вже рукою так машуть, тому що ці розкази. Ну, розказуй, все одно риби не приніс додому. А хотілося б вашим рідним, щоб ви таки приносили рибу, як ви думаєте? Годували? Ні, точно з розумінням відносяться к этому всему. Якщо рибу, яку їдимо, це скоріше морська риба, як-то річна риба, вона навіть по гастрономічним качествам. Ну, ви себе так заспокоїте, вона просто не смачна. Може бути, може, да. Таку рибу не треба їсти. Заставляєш себе во щось вірити, без цього ніколи. Так, Єгоре, ну і бачите, молодих спортсменів, рибалок стає більше і в нашому місті, і в нашій області, і в Україні взагалі. З ким вам доводиться конкурувати, чи є такі сильні суперники, які, можливо, могли би теж бути першими? Конкуренция, как и в любом виде спорта, она в первую очередь начинается с себя. Есть такое... Вас пока еще никто еще не смог, так? Нет, ну почему же? Нет, есть победа, есть проигрыш, это точно такой же вид спорта. Все-таки условия отличаются, и точно так же наряду с большим количеством побед есть и поражение. Есть определенный, скажем так, костяк людей, около 10 человек в Украине, может чуть больше, которые именно профессионально этим занимаются. Они, как правило, и входят в состав сборной Украины. Но конкуренция сейчас просто безумная. Вот особенно за несколько последних лет это набирает такой достаточно большой охват по всей стране. И молодых людей за счет интернета, за счет доступности всего этого становится намного больше, которые пробуют себя в этом. И достаточно молодые ребята, 12-13 лет, люди уже идут и выступают на соревнованиях. Ничего себе. А допускают, так? Да, конечно, с определенным учетом. Ну, как правило, все с пониманием относятся и допускают молодых ребят на соревнования. А зараз крига вже майже сходить з річки, так, і коли подивишся, то розумієш, що рибалки, які виходять туди, вони дуже таки ризикують. Чи доводилося вам ходити на риболовлю, коли вже починає трошки сходити крига, чи ви не ризикуєте і таки дотримуєтесь усіх правил? Ну, в цілому на рибалку со льда, скажімо так, вона мені не особо по душе, поэтому рідко на нього хожу, но були случаи. Сейчас би я нікому не советовал ходить на лед, вне зависимости от того, это, пускай даже маленькое озеро, маленькая лужа, все равно лед на ней, учитывая погодные условия, он достаточно тонкий. Крихкий зараз, дуже, да, дуже, так. Ни при каких условиях, даже если сильно хочется, не советую все-таки выходить. А с приводу костюма, який у вас є, чи взимку ви носите щось таке особливе, що потрібно, можливо, він буде захищати вас від холоду, від потрапляння вологи, чи є такий? Да, конечно, сейчас, опять же, рыбалка не стоит на месте, как и любой другой вид деятельности, это все развивается. Есть специальная одежда, которая в первую очередь отводит влагу, то есть пот, когда на рыбалке ты активно движешься, и также защищает от холода и от каких-либо осадков, дождя, снега. Ну, такое снаряжение стоит достаточно серьезных денег, то есть это мембранные костюмы. Если есть возможность, как бы рекомендую использовать подобную одежду, намного, скажем так, облегчает жизнь и нахождение при занятии любимым хобби.
Ну що ж, хочеться наостанок побажати вам міцного здоров'я, витривалості, бо такі рибалки, спортсмени, їм це потрібно. Да, так, винахідливості, тому що треба ловити рибу, знати, де вона знаходиться. Ну і бути першим, звичайно ж, приходьте ще до нашої студії. Спасибо і, огромне. Можливо, поділитись результатами своїми. Так, хочеться, щоб ви досягали їх більше з кожним роком, щоб вдосконалювали свою майстерність. А ми будемо завершувати нашу програму, зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.